понятно, что Давай, что-то еще будет. Че за карта рожок? Ну там один на один вроде бы. Ни хрена, тут рожок. Рожок, правда рожок. Ну давайте здесь. Пусть будет рожок. Города, ноль другие. Кстати, на конченую не играйте. Почему? Ага. Будем, блин, сейчас. Ну, это не шломка играть. О, в этот, как его там. Где называется? Окей, вот эту стал. Да нет, давай битва за ядро, да и все. Да заебало уже эта битва за ядро, просто в свое время на немного раз играли. Есть еще что-то наподобие, карта тоже нормальная. Просто битва за ядро реально задрала, не хочу на них. Давайте, жмите готовность, там все такое. Че, все, все? И не забудьте подписываться, ставьте лайки. Там. Ну давайте, жмите там. Короче, я тоже запустил свой видос, все. Пошло. На этот раз я звук убавил. А, да, подписывайтесь на наш канал. Предусматривает нападение гигантского, гигантского робота. Представляете? Ха-ха. Обрызгал. А как у нас расставили там? А, сейчас посмотрим. Ну, сейчас увидишь. Рандомом. А, сейчас будет типа чередование. Там я, этот, а нет. Конечно, тихо, но это единственный способ разровнять шум микрофона и эту. Саджан, ты как играешь? Карта нам напиздили, написано было... А, нет, все нормально. Хуй знает. Я думаю, защитный район будет, но у нас пушечка какая-то стоит. И причем она направлена вообще хреново. Хотя с другой стороны она защищает, тут у нас чё? А, нет, шахту хреново она защищает. Кто там укает? Это, походу, нас по комнатам кто-то разложил. Да не надо, зачем? Видимо, наш добрый лакос, мне кажется. Нас просто мало, поэтому... А, кто тут? Не надо. А, ты снова закопал, да? Можем повторить. А, нет. Элементарная математика. Оп, если трудник срочно нажал. А мы дыру обнаружили. Здесь будет, конечно, поинтереснее, потому что пространство побольше. Если я здание уничтожу, мне за него ресурсы вернутся. Вот это я не помню. У нас реально башня дерьмо стоит. Если настроено, то вернется. Если это настроено, наверное, какие-то проценты или что-то такое. В общем, я хз. А ты за кого играешь? За Котлов? Да. Я не знаю, какая там способность. Возвращаюсь. Да я вот тоже не помню. А, да, возвращает. Это Коту? Нет, я... Как я там? Понял. За этих... За зергов играю. Первый сервис, это очевидно. Все-таки настоять на желтого или на оранжевого? Ну, я не знаю. Мы тут, скорее всего, будем один на один играть, так сказать. На два фронта. Ладно, я пока на желтого направлю, чтобы центр видно было. Хотя у нас снова направилось, но это идеально. А, ты про телескоп говоришь? Блядь, он пришел. Ебать. Он пришел.
он же обономяешь. У меня почему-то твоя постройка не атакуется, какой-то баг. Что? Вот здесь. Энергостанция, что ли, или что? А, походу у тебя ее здесь нету, но у меня почему-то она отображается. У тебя что-то забаговалось. Я не понял, про что ты говоришь. Короче, у меня тут отображаются твои казармы, но я их не могу атаковать. Давай. Короче, у меня обогануло немножко. Да. А может это и не просто баг, а ведь такая, типа, заключенная казарма отвлекает на себя урон. Там. Короче, Мираж. Это алинский улов. Перловка. Так, а вот это уже более интересно. Потому что я вроде мы не так играем же все вместе, да? И так его всяких перлов можно чуть хорошо выдать. А тебе вспомнил, откуда эта карта вроде в какой-то из миссий была? Да не, вроде бы не было такого. Не знаю, но нет, было, когда против дома. Ладно, там просто один на один играешь, поэтому кажется, что карта другой объем. И тут вместо аванпостов были шахты наоборот, а сзади что-то другое было. О май гад, а вот это было плохо. А, я знаю, куда телескоп направил, я пока направляю на него. Ну, там он еще попляшет. Я думаю, что за звук разрушений. Дай угадаю. Ах, как это красиво. Скотина, блин, еще моих воинов спиздил. Вот гандон, а. Я за свой счет купил, он делает спирать. У тебя здесь разведчик. Поставь его чуть ближе. Ну, чтобы видно было, наступает Артем или нет. Электростанции, да? Ну, где-то там, да. Я думал, мой разведчик сдох. Ну ладно, он наступает. Это моя электростанция. Прекрати отсюда. Убирай разведчик. Конечно, я все почила немножечко. Но тем, когда мы воюем, он воюет.
ненавижу. Не просто. Рано умирать, я не хочу, но не так весело, как ты. Блять, ковчег, сука, пиздец, нахер он туда полез? Понорву. По одним тем же кораблям, типа, минус ковчег. Конечно, не понравится, но мне понравится. Нет. Пиздец, у меня там пехота ебан. Я же вообще без ковчега буду делать. Твои шастать будешь, да? Не бежал там. Так, мне сейчас помойте. Ай, блин, я случайно нажал. Не сильно, но неприятно.
Ах, ты же ответил мою шахту, да? Ебай, я ему город почти поломал. Блин, выкупи этот ускоритель, агент. Который между нами. Лаборатория это. 285, она дорогая. Сколько? 285, только. А что так дорого? Так, хотя ладно, у меня 276. Ладно, это можно вложить в рот. Вот это уже плохо. Не надо. Конечно, армия нужна. Пошлем. Мало ли, в каждом конечно будет так плохо. Конечно, надо было подождать. Я пушечки не посылал, клянусь, не бить меня. Заебал ты туда-сюда бегать, блядь! Сука. Эх, хорошо. Дай мне дирижабль. Срочно. Агент, можешь дать дирижабль? А чё, у тебя нет? А, мне ещё построить, кстати, надо.
Смотри, у меня даже места постройки этого или жабы нету. Блять, и у него теперь сфера, типа. Блять, еще мне ебанутый баг, когда, блять, в отдельный отряд не могу выделить. Постоянно добавляется по умолчанию другой. Чем, блядь, баги и гранины заебали уже. Да, блин, если не тот шахтер летит. Вот так, постригли эти, блядь. Вот так вот. Мне понравилось. Блять, ну пиздец, ну чё за баговая игра, меня так это заебало, я просто не могу отдельный отряд создать. Я хз, что это за есть, так что не ко мне вот поздорово. Блять, потому что здесь уже ситуация совсем другая, надо что-то сделать. Блять, вот пока отвлекался на всякую хуйню, блять, управлением отряда, тут на меня уже идут. Пиздец, заебись. Да чё, парный рот? Вот этого точно не ожидал. Ну куда у меня пошли, блядь? Сука, заебало. Вот этого точно не ожидал. Конечно, буду по старинке действовать. О, блядь. Вот ты вообще понимаешь, насколько ужасно это вот это вот? Конечно, ужасно, блядь. Ну вот. Очень понимаю. В чем проблема таких? У меня тупо казармы уничтожились. Блин, проблема в том, что центр не пришел. Походу, самое оптимальное... Блять, тут... перемирие надо срочно, сука! Текайте, блять, текайте, сука! Епа! Пиздец, я еще и без этого... без ковчега. Сука. Так, у меня вообще постоянно бомбят тут. Я все испортил, говнюк. Почти все войско убил. А что войско? Знаешь, блядь, я бы это все делал, если бы баны, блядь, мясо минимум отрядом. Я так заебался, блядь. Я пытался пушки отправить, не знаю, минут 5. Они постоянно возвращались, потому что попадали в основной отряд. Агент, отправь что-то на пушки. Я пока вот так сделаю и немножечко их задержу. Давай, можешь своих хотеть отправить какой-то. Так. Ой, это бог, ёкер, чё они здесь забыли? Так, к счастью, Войт даже не знает, что его сейчас ждет. Я очень тебя надеюсь, тут что весь. Все прямо скучкуется. Ну, давай, давай. Давай сейчас, давайте сейчас наш старый добрый план. Эх, блин, съебался. Назад, 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 назад. Блядь, ты сделаешь это с пушками, Якен, пожалуйста. Я не могу создавать войска, все, я не могу вообще делать.
У меня будто жопа... Нет, блин. Сейчас вообще направите, потому что меня тут что-то выносит. Я, по крайней мере, сделал все, что мог. Блять, столицу раз. Потому что я сейчас как только попрыму. Рендос будет. Я знаю, что он еще здесь или что есть. Все, я проиграл фактически. Гребаные пушки, они чисто тупо все испортили. Вот ты гандонор. Так, ладно, знаешь что сейчас? Я лучше нападать буду на оранжевого. Я хоть немножко легче сейчас света. Бля, я думал, ты его продавил. Нет, у меня жопа, потому что он с двух сторон меня атаковал, еще и желтый скотин, а меня умудрился сломать. Ну сказал, все, мы уже, уже проиграли. У меня нет войск. Ты мог мне сейчас подкинуть ресурсов, и у меня и у нас появится шанс, но. Так. Пусть он сейчас на меня направит. Кто на паузу ставил? Я не ставил. Нет, пусть воюют нахуй. Давайте посмотрим. Сейчас главное, чтобы они в одну кучу были. Давай. Ладно. Блин, короче, видео весит 5 гектаров. Че, память кончилась? Да, а она еще не закончилась. Сейчас попадаемся. Так, я это быстренько. Ты там комментируешь? Я уже не спасет, чёрт. Ему 3 лет. Это просто снимаешь. А, все, электростанция моя. Ну все, агент, ты один остался фактически. Так, если я сейчас справлюсь, то вообще жопа будет. Он может переправить войска, кстати. Если у меня тактика, еще так тебе. Ну, по крайней мере, я хоть немножко сейчас справлюсь. Короче, говоря, у меня половина войска снесло. Премьером пользуешься. Чего? Монтаж. Соня живется. Вообще. Я думал премьер. Я даже не знаю, что это. Это пакет Adobe. Если что, я монтажи. Монтаж минус Sony Vegas. Все, опять его шахтер. Так, сложим опять шопом, да? Так, а если наблюдатель выйдет? Ничего страшного. А ничего страшного не будет. А как же видос? Да я уже записал. Он так висит. Оранжевый, ну я ж тебе пиликаю, что у тебя там войска стоят, ничего не делаю. Я не знаю, ВКонтакте может такие видюхи грузить. А, все, пушки там. Ну, прощай, агент. Оранжевый. Будет. Так, ладно, хрен с этим воздушками, сейчас попробуем напрямую отнести. А, это плохо, плохо. Оранжевый, только не слейся, играй осторожно через деф, отводи пушки, не надо их убивать. Здесь военный район, а здесь уже есть красава. Вообще, тут на этой карте в главном городе надо побольше военных. То есть надо их тут более равномерно распределять. Ух, блин! Шахеты механические. Блять, ну как ты не вовремя, ну ебано. Что случилось? Оу.
тебе мне лучше. Походу, у меня мультигруппировка, на которой, кстати, не стояла галочка, сбросилась. Но, знаете, такое бывает в настройках, что галочка стоит, на самом деле, нихуя. И у меня, походу, и пушки постоянно были в двух отрядах. Сейчас я это убрал, вроде не должно быть такого. Заебало, блядь, меня. На, получай. А ему дорог. В смысле, я сухопутный левиафан, так значит. Какой нахуй сухопутный левиафан, ебанут? Если мне сейчас левиафаном драться, пиздец. Ты походу с ТУ вообще не вкачивал, да, ты? Только сейчас начал вкачивать. Ну ж нахуй она не нужна, вот толку от неё. Тем более против котлов, у которых щиты. Чувак, держись там. Я стараюсь держаться. Да не, агент, мы уже слились. Ты не справишься. Не, ну по крайней мере сейчас мне хотя бы его подавить. Не, ну тут проблема в том, что карта немножечко такая себе еще. Это оранжевый у тебя есть? Стороны, вот куча золота. Нету. Ну ладно тогда. Сейчас главное сделать. Давай дождь, теперь я замучу. Сука, мало снес, вещь пушка. Проблема в том, что сейчас ничего две не будет. Блять. А, все, пенты. Нет, пока что время отступить. Блять, почти убил. С ресурсами, да, но, блин, меня сейчас со всех сторон будут попадать. Так. Пошли. Типа не постоянные спамы на моей шахте, то я хотя бы ставил. Нет. Ладно, ставь на потом. Алексей, вот зачем ты воздушных строишь на такой карте? Это же вообще... Да, это просто фраза. Да, вот сейчас мне главное хотя бы тёплый должен удержать. Вот и все. Серьезно, ты на левиафана копил? Вот ты мог мне подкинуть ресурсов чуть-чуть, и было бы больше. Я не копил на левиафана. Я только открыл его. Я все время восстанавливался. Волванус, который мне постоянно спамил. Это... Я на левиафана копинул, потому что твой кто тут уже... Оранжевый у тебя калькулятор есть? И сейчас надо просто... Ну вот, короче, скинь мне... Где-то около 700 тимоний этих.
Ну, короче, скинь меня там, не знаю, 600-700 тимони. Так, это хотя бы поможет съемка, чтобы у меня помогли. Алло, оранжевый. Оранжевый. Сейчас. Поменяй, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Прям вообще очень хорошо. А мне золото, если можешь потом, как будет. Я тебе уже его скидывал, я потому и попросил. Не, если еще будет, там пару сотен не помешает, 2-3 сотки. Окей, да без проблем. Кого ты там пульнул? Я в сила пульнул. И причем промазал, кстати. Я потому и спросил, кого ты там пульнул, потому что Ксил стоит, как знаешь, типа как отряхается, как Люк Скайуокер. У меня пиздец, короче. Че это за... все, пизда, вали. Прощай, могу учёт. Унали Виафану. С таким войском плюс с ультой Ксила. Раз и нет Виафану. А чё, ты этого победил, кто там был? Красный? Кто там был? Конечно. Да, победил. Красного шатали. Причем очень быстро. Да, я кажется, не очень-то неудачно, к сожалению. Бля, помарину его немного, дай хоть реально Виафана. Пара багов, которые меня просто дико ебанули. Слышишь, не гази его. Дай я хоть построю Виафан. На его казарму, я не знаю, потратил секунд 20, думая, почему они не мочатся. Оказывается, он их перенес, но у меня, короче, они почему-то изображение казарм осталось. Причем даже не изображение, а там даже, как знаешь, типа, Алексей, когда здание умирает, у Винчи вот эти исследовательские лаборатории, там еще какое-то время не существует. Да. Вот у меня такая же херня была с твоей казармой, я понять не мог, типа, что за херня. Угу. И в итоге я-то хотел тебя казарму убить и свалить, ну или хотя бы заставить тебя их поднять, чтобы там ничего не строил. Блять, столько времени на это потратил. Конечно, больше бомбачит у меня был с пушек, которые просто отказывали. Туда, куда надо. Я, конечно, сдохну, но не сдамся, извини, пожалуйста. Ну, почему? Жалко, что ковчег еще упал. Сейчас бы отхилился. Все, отходим. Ну все. Готовься к тому, что у меня сейчас все пиздец начнется. Я решил, что... Почему? Пацанчики, я завтра видео сожму и скину вам ВКонтакте. Да, оно уже не полное. Никакое? Не полное, ты же не до конца заснял. Там с самого начала было непонятно, что я соснял. Ну все, симулятор. Ну это пробное. Все равно кто-нибудь вас там использует в своих видосах, в всяких видео, ракурсы. Кроме меня этим никто не заморачивается. Да. В любом случае, я хотел, чтобы вы посмотрели на ракурсы, точнее, ты, Ларка, посмотрел на ракурсы, о которых я говорил. Вот Алексей, не качай звездную стрелу, она, вот не знаю, ну, по крайней мере, против котлов точно не надо качать. Дождь, причем медленно. Что там, есть лучше, чем я делал? Вижу, что? Да, Леонард говорит. Да не, я просто ракурсы выставлял, чисто это, прокручивал ракурсы, чтобы... Я хочу. Ну там надо, правда, руку набить, чтобы сцены так есть. Я тебе могу скинуть, я там видос Алексей еще один. Я там секунд 20 дойдем. Не, ну что, может поднимать.
кинул тебя. Ну чё, коагент, скажешь, сколько сейчас будет 35 умножить на 74? Равно, блять, буры из-под земли. Все, блять, нахуй, уничтожил твой калькулятор, хуй ты мне скажешь. Сука, я сначала не понял, к чему ты это говоришь. Да, сразу понял. Ну ты это уже скидывал. Я доделал. Я не доделал, а чуть-чуть доделал. А, мой последний солдат, и в атаку. Воюешь налево. В атаку. У меня есть мелкий шанс, у меня есть шахтеры, я хотя бы могу отстоять себе. Всех захерачил просто. А, ты, кстати, кое-что еще забыл снести. Ты не заметил это. Ты еще одну вещь забыл снести. Слышь? Алло. Ну там не важно. Вещь. Ну, если оставил что-то. Все равно победил. А, разница. Классно.